have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, я загрузился вот здесь, сейчас, и мне выпала сразу же вот эта надпись «Квикбенд освобожден». Народ судачит о том, как вы отправили эту сволочь из стоячей воды в Квикбенде прямиком к змеям. Они начинают вас бояться, продолжать в том же духе. Я вообще-то не ожидал, что так будет. Так, хорошо, оу, 4 доступно, а мне надо... А, мне надо 5. Точно. Что-то я провтыкал немножечко. Я хочу жизни прокачать до конца. Ну, это же никогда лишним не будет. Здесь мы с вами в прошлый раз натворили делов. Пыхтит, спасибо. Что сказали? Мне нужно... А, вот банк, собственно. Хотел сказать, нужно банк найти, но мы его нашли. Нужно будет, наверное, еще посетить ту дамочку. Опять же, таки, еще раз. Уже прочитано. Спасибо. Колода карт. Колба с кровью. Значок шерифа. Человеческий череп. На что вы тут играли? А деньги можно как-то? Оружейный. Или тут нет денег? Возможно, кстати, и нет. Газета прочитана. Пустые банки валяются. Полка. Я буду вот эти самородки, шлаки брать. Всякое такое. Посмотрим, как это все будет. Стул, не, спасибо. А ты кто? Ух, самородок. Круто. Нам нужно найти Эссека Макста в Квикбенде. Это, кстати, здесь, да? Путешествие охотницы за головами. Самородок, деньги. Это я, конечно, возьму. Там что-то сверху лежит. Молния в бутылке? Спасибо. Видимо, что-то ценное. Я не всегда понимаю, как правильно навестись на ту или иную вещь. Слушайте, ребята, вам не темновато случайно? Я вроде до этого... Эй, ты сюда, понятно. Мне сюда. Шкафчик. Пули возьму. Как всегда, все важное потом. Замок, отмычки. Не-не-не, погодите. Приказы от босса. Ну-ка. Мистер Кросс снова отправляется в путь. Нам нужны стрелки для сопровождения. 4 лучшие раба для развлечения в пути. И еще 4 посильнее, чтобы нести ящики с огрызком. Огрызок с большой буквы, если что. Выбирайте самых выносливых. Босс не потерпит, если питомца снова уронят. Ага. То есть огрызок это питомец. Ясно, понятно? Угу. Если питомца снова... Окно открыть. Так. А в кровати может только поспать. Кстати, я мог бы, наверное, поспать, восстановить хпшку. Ну, там дальше. О, ключик. Ключ от хранилища. Ради... Релиограмма. Блин, слово релиограмма почему-то для меня чудовищно сложное. Надо привыкнуть к нему. От Шелби Кросса. Лагерь в Квикбенде. Шелби Кросс. Одной чокнутой ведьмы по имени Руф нужен скот. Одной чокнутой ведьме. Да. По имени Руф нужен скот для экспериментов. Только самцы. Темная магия. Мы не станем с ней торговать даже за все золото Альвидадо. Скот нужен для еды, а не для манипуляций. Шелби. Ведьма. Руф. О. А мы ищем ведьму, если что. Тут, о, тут выход на шикарную крышу. Есть оружейные патроны, спасибо. Я заберу. Пустая бутылка не надо. Западная газета. Да нет, меня... Я хочу ружье взять. Медное боевое ружье. Вот. Что, блин? А, как же мне это бесит. Боевое ружье Гаузер. Так, минуточку, у нас есть вот револьвер Шарпст. Давайте-ка я его... Вот, держи, дружище. Далее снаряжение. Я же себя фильтровать-то не могу. Перенести. Агась. А вот эту штуку...
забрать. И потом разберем его также. Так, динамиты. Ослепляющая граната. Может, забрать у тебя этот стабс нафиг? Хотя, ладно, посмотрим. Так. А куда я его забрал? Стой, я что-то не понял в этой жизни. Снаряжение. Там было сказано забрать оружие. А, разобрать. Я его на месте и разобрал. Фу, хорошо, нормально. Так, и сейчас скажу ему пользоваться... Так, та-та-та-та-та. Вот, использую вот это вот. Ну, за ремонт платить тебе. Да, без проблем. Взять ружье. И теперь, поскольку у меня есть ружье получше... Где ты? 40 урона. Этого 35 урон. Вот. А, я его не могу. Давай это вот так. И вот так сделаем. Блин, получается, у меня одно свободное место в инвентаре. Это печаль. F5. Чтобы я опять с этим манипуляцией потом не проводил. Коробка сигар. Обыскать. Давай. Сигары по три... Да нет. Нет. Неважно. Не надо. Вон еще патроны для ружья. Ну, эти, по крайней мере, безлимитно у нас идут. Гвозди. Гвозди не хочу. Это возьму. Молоток. Открыть окно. Оп. У-у-у. Спрыгнули. Так, есть. Ключ от хранилища банка. Спросить... Угу. Итак, урожаем, клянусь, да это же доярка, и скорее не спешит мне на помощь. Я тебя даже не узнал без коровьей в руках. Говорят, ты была охотница за головами, я раньше не верил, но сейчас с железкой-то в руках ты весьма внушительно выглядишь. А кто это? А почему? Я, помнишь меня? Меня зовут Essex Must, и я главный эксперт по вопросам бессмертия на всем западе. В Скворечню я приехал, чтобы потолковать с человеком по имени Алеф. Но тут появились застойщики. Хрясь меня по голове, и вот я здесь. Дай угадаю, ты ищешь своего мужа, да? Погоди, с мужем, вот. Откуда ты все... Откуда он все знает? Ты меня не помнишь? Essex Must, исследователь мистики и сверхъестественного, эксперт по бессмертию. Нет, я бы тебе визитку вручил, но их при обыске отняли. Хорошо, Алеф. Да, бессмертие. Все верно. Говорят, что эти... что этот или это Алеф бродит по земле уже 4000 лет. Я как-то подумал... Essex, а в чем же смысл жизни, если в конце концов ты исчезнешь как клубочек пыли? Никакого ведь смысла, правда? Если есть какой-то способ стать бессмертным, то я его найду, и Алеф мне в этом поможет. Муж? Объелся груш. Шайка застойщиков продает сиренам людей как скот. На еду. Не хочется говорить это вслух, но твой муж для них лакомый кусочек. Я видел, как его увозили туда, где держат лучшее мясо. Я еще слышал, куда они собирались дальше. Раз ты меня выпустила, то открою тебе эту тайну. Ну и куда? Охранники говорили, что они собираются в пастушьи горы. В шахту Большого ущелья. Если хочешь найти мужа, то он тоже там. А теперь позволь мне откланяться. Стой, святые духи, глазам своим... Блин, актерская игра с моей стороны. Стой, святые духи. Ладно, ну-ка. Шторм, меня разбери, я знаю, что это за знак у тебя на шее. Это клеймо, откуда оно у тебя? Спроси, с чему бы вам ему верить. Готов поспорить, что единый человек на всем Западе, который может рассказать тебе что-нибудь об этом клейме и не убьет тебя за такие познания, сейчас стоит перед тобой. Ты поможешь мне? Поможешь мне, я помогу тебе. Ну, я не помню, реально не помню. Как бы я как игрок немножко знаю, но она не помнит.
Видимо, у тебя провалы в памяти. Я слышал, что такое бывает. Давай. Интересно. Слушай, подруга, вот клеймо твое, готов биться об заклад, что это магия странников. Я и подумать не мог, что когда-нибудь окажусь на расстоянии вытянутой руки от подобной вещи. Можно поближе посмотреть? Странники? Они умеют колдовать, но это не белая магия, онейра. Тут все куда грязнее. Трансформация тела, ловушки для духа, воскрешение мертвых. Все самое вкусное, в общем. Ну, что скажешь, дашь посмотреть? Да ну, смотри, наверное. Вот это другой разговор. Не двигайся. Прости, что пахну табаком. Духи милостивые, как же у тебя тут руны замысловатые. Однако, ты уж постарайся пули этим плечом не ловить лишний раз. Давай уже разойдемся по своим делам, пока тут все не уляжется. Я высовываться не планирую, но мне есть чем заняться. Надо расспрашивать народ, вдруг Алиф со своим бессмертием где-то поблизости. Если найдешь своего возлюбленного в шахте большого ущелья, передавай ему от меня привет. Этот парень Эссекс все-таки оказался полезным. Шахта большого Эльса, что ж, по коням. Репутацию накинули. А, что я могу сказать? Я не знаю, насколько это связано или это вообще не связано, но раз уж на то пошло, Алиф — это первая буква еврейского алфавита. А, кстати, карта золотой туз. И если человек называет себя Альфой, то есть Алифом, то есть чем-то первым, то, возможно, мало того, что он бессмертный, возможно, это первый человек, который появился в этом мире. Просто я же не знаю, какая здесь мифология будет дальше подаваться. Это звучит крайне интересно. Я хоть не убьюсь. Так, минуточку. Максимальное здоровье. И это же меня вылечит, так я понимаю? Способности, привилегии. Вот, привилегии. Отлично. Да, и это же меня вылечит, и у меня 150 хпшек. Здоров, как бык. Пойдем, наверное, еще раз. Я, блин, каждый раз шифтую. Так полагаю, что это церквушка у нас все-таки. Надо пойти к этой дамочке и поговорить с ней, если выйдет. Она без сознания. Ну, тогда, в принципе, ладно. Мне она так-то не нужна. Я тут вроде в прошлый раз все обыскивал, тут ничего такого не было. Пойдем. Просто типа ее банк, все дела. Я думал, может ей что-то отдать. Пойдемте еще пошаримся. Да что ж такое? Нет, это прыжок, это такого. Знаете чего? Стойте. А я тут все обыскал. Сейчас у меня репутация начнет падать, да? Кость. Кость. Мне бы сейчас, наверное, в какой-нибудь город распродаться бы немножечко. У меня инвентарь переполнен. Похоже, это будет мое стабильное состояние в этой игре. Я инвентарь переполнен. Сломанная лопата. Отлично. Как раз доломали лопату. Она осталась в инвентаре. Это я помню. Это я сейчас только что вспомнил, что сломанные вещи остаются в инвентаре. КДЖ. Да, до свидания. Сигары, пушка. Да, кстати, у меня же лук есть. Веревку я одну использовал. Получается, у меня осталось оберег из изоляции. Честно, улучшает к огню. Обереги к огню. У меня есть также коробка дикарки. Я ее не буду открывать. У меня с головой все нормально. Мне, конечно, интересно, что там, но я ее открывать не буду. Тут мы были, там мы были. Можно было, конечно, все пройти по-человечески по стелсу, но кто мы такие? Нам еще игра так предупреждала осторожненько. Ребят, тут можно пройти по стелсу. Так, тут я, по-моему, все обыскивал. Не хочу прям сильно-сильно задерживаться. Но что-то упустить тоже неохота, понимаете? Поэтому. Преступник. Это я могу еще кого-то нанять. 100 баксов. Отказаться. Да, до свидания.
Ага. А что это за зеленые отметины? Так, открыть. Я украду аптечку. Мне вообще не совестно. Тут ничего. Ну что, вот это, хотя бы одна аптечка, чтобы у меня была. Так, какой? Скандальный памфлет «Багровые Сабины», том 412. И сегодня, одинокое сердечко, мы подготовили для тебя нечто особенное. Ни одну, ни две, а целых три. История о страстном забвении, в которое ты сможешь погрузиться. От таинственного и соблазнительного взгляда вампира до могучих объятий одинокого зверолова. И, наконец, вишенка на торт. Фермерша и воин. История запретной любви из диких лугов. Прериях каменных куч. Да, спасибо. Женщина читает женские романы, как неожиданно. Знаете что? В этот раз я, пожалуй, не буду. Я в прошлый раз так отнесся к тому, что мне опять подкинули гейскую пару и все дела, и все так просто так лежит. А вы говорите, уходи. Так вот, я не буду, наверное, так сильно к этому придираться. Я тут немножечко подумал, да, это неприятно, что из игры в игру кочует такая штука, что тебе в глаза суют не совсем то, что ты хотел бы, наверное, видеть, но это же странный Запад. Тут, вон, и женщина-охотник за головами, и монстры, и всякое такое, всякие диковинки. Так почему бы не быть такой диковинки, как однополые отношения? Вы меня понимаете. Ладно, хорошо. Теперь, что у нас по чесноку? Быстрый выстрел, скорострельность стрельбы из лука на 10 секунд. А, это у нас активируется. У нас пассивки нету, да? Это все активируется. А нету... Точнее, 8 секунд. Это все активировать нужно. У меня 5. Удар с разворота. Вот этими ловушками так и не пользовался. Хорошо, выстрел в сердце. Следующая стрела игнорирует защиту врага от брони цели, по которым вы попали. Также истекает кровь в течение 10. Ох, вот это прям красиво. Пожалуй, хочу. Взрывные стрелы. Все стрелы носят урон по области вокруг основной цели. На все цели в зоне поражения также накладывается эффект статуса. Действующие ваши стрелы. Огонь, яд, оглушение, пробивание брони. Следующая стрела оглушает цель на 5 секунд. Вот это может быть полезно, кстати. Прежде следующей атаки, вы быстро прыгаете к цели на расстоянии удара и наносите значительный урон. Ох. Надо будет, знаете что? Я пока что не буду качать, потому что пока что нету острой необходимости. Но нужно будет... Она такая присела. Нужно будет в этом разобраться. Я вот немножечко с картами разобрался, и мне стало полегче. Вот с этим тоже нужно будет разобраться. Опа! Ха! Мы живы, мы чувствуем... thrip. Ну да, приток адреналина. Так. И опять же мы подходим к этому месту, где мы уже были. Я это мог с крыши? Ну, пожалуй, это мог с крыши увидеть, не проблема. Все. Мы отсюда валим. Да, мы, наверное, немножко подзадержались, но узнали много полезной информации. Хорошей. Так, а... Найдите Анейру. Да-да-да-да, кстати, найти Анейру. Куда я хочу? Я бы сначала распродал все. Я здесь... Зал щедрой жатвы. За это зал духовники раздают молитвы, взывающие к милости Ева и Унин. Так, подожди. Тайник. Кто-то оставил тайник цены. Значит, не хочу, чтобы кто случайно на них не наткнулся. А это разве... Блэкридж. Такой же крохотный, что может моргнуть и не заметить, как пройдешь мимо. Два плуга. Многие отправляются на запад за мечтой о простой скромной жизни. Новая.
Дом с участком. Прерии что? А это я там не был? Интересно. Оно с восклицательным знаком помечено, да? Где я не был? Хорошо. И также вот здесь я не был. Давайте сюда зайдем по пути, раз уж мы идем. Будем стараться посещать больше мест, чтобы их ограбить. Так. F5. Я могу туда спуститься. Тут сундук есть, который можно взломать одной отмычкой. $10 и золотой самородок. А у меня отмычек сколько? Я там одну нашел, еще 3 осталось. Я поменял веревку на 10 баксов и золотой самородок. Хочу ли я так сделать? Мне надо будет больше веревок найти. Наверное, хочу. Это было интересно. То есть я вот попробовал, и оно получилось. Так, обыскать. Ты кто? Икона пастыря. Что, блин? Это, наверное, на продажу. Мешок с зерном. Я бы поторговал у вас тут, ребят. Ничего такого нету. Торговец какой-нибудь. Поговорить. Я что-то у кого-то съел, да? Ага, отлично. А, вот, тут дополнительный квест есть. Ну, допустим. Тун Томас, вы из преданных? У духов есть поручение для вас, подруга. Недавно на патруль гончих Гаван напала проклятые ведьмы. Слава духам, наши люди уцелели. Но грешницы прибрали себе их вещицу, церемониальный рог. Поможете вернуть? Я заплачу $100. Согласится. Я знал, что душа у вас праведная. В последний раз грешников видели на пути в последнюю усадьбу Вульфхаунд. Вероятно, там... Блин, фига себе, чувака колбасит. Вероятно, там они хотят спрятать свою добычу и вернуться за ней позже. Будьте осторожны. Даже духи давным-давно покинули это место. Ну, понятно, почему отправляют меня. Ведь даже духи туда не ходят, да? Так. Ну, у вас же тут должно быть... И в духовом потратить цикла, ясно. А ты бы ушел отсюда, а? Слушай. Да. Чувак, мне сюда явно надо. Я понимаю, что это твоя комната, но ты не мог бы из нее сдрыснуть, пожалуйста? Радужная пыль, ясно. Мне для нее места не хватает. Так, что я могу... Не то. Да нет, то, просто... Просто слишком то. А что я могу выкинуть? Что мне не нужно... Мне много вещей, которые мне не нужны. Ну, допустим, я бы вот это бросил бы. Потому что мне кажется, что радужная пыль. Хотя нет. Ну да пофиг. Украли и украли. Позолоченный рог. Цена 6 баксов. А почему я не могу на месте поменять опьянение? На-на-на-на-на-на-на. Что мне не нужно? Блин, мне все нужно, я все хочу. А, мне нужно будет также зайти, пожалуй, и все свои самородки переплавить, потому что они дофига места занимают. Я, наверное, кукурузину выложу здесь. Эти 5 хп много не сыграют. А... Так, хорошо. Попили, поели, пульки забрали. Это у нас отхожее место, да? Кстати, могилки.
Я не устану. А ты кто такой? Барабанный. Добудьте предмет церемонийный рог. Усадьба такая-то. Мне надо будет еще где-то лопату достать. Вот что я думаю. Да. Тут нам больше нечего делать. А где это находится? Вульфхаунд. Та-та-та-та-та-та-та-та. Знаете что, ребят, подождите. Давайте-ка я схожу в скворечню, распродамся, сплавлю все, что есть. Встреча с медведем. Что, извините? Агрессия. А, это я из винтовки в него стрелял. Какая досада, блин. Ладно. Ребрышки, мясо. Нет, ну такое выбрасывать нельзя. Эти медведи не могли умереть зазря. Вот эту картошку выкинем, вот эту бутылку выкинем. По идее, мне тогда должно хватить на мясо вот этих чудесных животных. Я не хотел их убивать, но так получилось. Веревку мне тоже обязательно взять надо. Че выкидываем-то? Может, к черту этот порошок? Можно продать в магазине. Лопаты хватит на сколько? На 7 использования еще это много они. А, у меня веревки стакаются, у меня их еще 5. Тьфу ты, я думал, что я последний использовал. Так, 25. Их можно за 25 баксов продавать, фига себе. Я только сейчас понял. Самородки, слитки. Может, пастыря. Может, да, вот это нафиг, этот медальончик. Он, типа, выглядит ценным, но, пожалуй, нет. Бочка. Ой-ой-ой-ой, как хорошо-то. Встреча с медведем оказалась очень полезной для меня. Лейку нести? Нет, спасибо. Не хочу. А это лошадь? Это моя лошадь? Фыркает. Блин, я ж могу в сидельных-то сумках таскать. Ладно, сейчас-то я уже поеду продавать, но я забыл про опцию таскать в сидельных сумках. Ай, какой этот фейл. Но я потрачу пару дней, у меня вроде как не на время задания, поэтому за мной кто-то следит, а? Сирена? Это было неприятно. Сирена. Трафарет из коры березы? Так, ну деньги понятно. Оно мне еще и по хпшке... Ой, тут мясо. Оно еще и по хпшке мне надавало прям много. Это печально. Ты не с водой? Блин, ну тут неплохие вещи в таких рандомных ивентах. Часы. Почему часы? Что не так с этой игрой? Немножко подлечимся. Пожрем кактусов. В принципе, так-то нормально. Я не ожидал сирен. Ящик с золотым самородком. Неплохо. Я так понимаю, что если шариться тут по всем углам, то проблем с припасами, с чем-либо вообще никогда не будет.
Это разные три кактуса. Ладно, чешем дальше. Ну так-то да, на лошади прям хорошо. Скворечня. Пойдем переплавлять все подряд, да? Так, медный, золотой самородок. Медный самородок 5. Выплавить 5? А! Мне это некуда сложить. Согласен. Что я могу тогда положить здесь временно, чтобы оно меня... Давайте вот эти сигары выложу, вот этот вот рог выложу, вот это. А потом мы уже что-нибудь... Выплавить 5. Ага, выплавить 1. Золотой слиток. Требует 2 золотых самородка. Погодите, вот я сейчас выплавлю 1, что я получу? Это же и так слиток, да? Погодите, медный слиток, ну-ка. Оно просто деградирует их потихонечку, я не пойму. Так, куча. Взять все. Вот, пушку, которую они мне дали. У меня просто, видимо, инвентарь был переполнен, я не смог ее получить. Ясно. Так, это плавильня. Погодите, а где мне грейдить пушки? Возможно, я немножко провтыкал. Ладно, сейчас посмотрим. Я все попродаю, а там же будет видно. Лошадь новую я, пожалуй, не буду. О, у нее квест есть ко мне. Нужна работенка. Мой посыльный слег с лихорадкой. Мне клиент из кинжала и кости. Ждет свой заказ на инструменты для свежевания. Оплата приличная, $50. Посмотреть товары. Давай сначала так, а потом уже посмотрим... Так, ребят. Наверное, вот это продадим, оно тебе не надо. Урон 22. Сколько у меня на обычном револьвере? 35. Это скорострельный. Давай, наверное, вот это продадим. Я тебе сейчас дам другой револьвер. Не переживай по этому поводу. Стрелы, патроны, все вроде есть. Тут курточка за 207 баксов, но 207 для меня это прям неподъемная цена. А, ну давай, квест. Согласиться. Хорошо, без проблем, когда доберешься. Я буду набирать квесты, что-то будет выполнено, что-то не будет. Там уже будем посмотреть. Стивен Барнс. Не, погоди, а где девчуля? А куда делась моя наемница? А почему ты здесь? Покажи снаряжение. Так, держи. Так, это ж я тебе давал вещи поносить. А ты за мной не хочешь пойти? Слушай, мне было бы так гораздо удобнее. Используй. На охоту? Отлично. Ладно. Давайте, ребят, я, наверное, продамся, потом вернем картинку, потому что я не хочу бегать. Если что-то интересное будет, я включу. На минуточку просто. Здесь, кстати, что удобно, что у тебя сразу все компаньоны показываются, тебе не нужно вручную перетаскивать. В лошади есть одно мясо, серьезно. Не нужно вручную перетаскивать все те вещи, которые предлагают для продажи. Просто переключаешь на персонажа и нажимаешь там, например, продать все. Так что это удобно. Также мне только что предложили купить ячейку, сейфовую ячейку в банке за 150 баксов, которых у меня нет. Есть новые баунти, но я, наверное, не буду брать...
Это, так понимаю, чисто поднять бабла. Хотя, может быть, и что-нибудь интересненькое когда-нибудь будет. Я пока не уверен, хочу ли я прям все-все здесь выполнять. Мне кажется, это затянет сюжет просто на какое-то огромнейшее время. Посмотрим, как оно пойдет. Если же мне прям очень нужны будут деньги, если мне очень понравится все это проходить, то, возможно, какие-то второстепенные, простенькие такие зачистки я буду делать за кадром. Пока я еще ничего не решил, но вот просто такое предположение. Все, пока. Грабитель, блин, сколько бабла я в прошлый раз тебе отдал. General Store я был. Кактус я пожру. Тут мы вроде как все сделали. Да, нужно не забывать просто... Мария, без тебя тут совсем одна. Я же вот тогда закопал среди этого. Нужно не забывать, что я могу пихать вещи в лошадь, я могу пихать вещи в своих союзников. Оу, у тебя квест? Андертейкер, серьезно? Хвала духам, вы не откажетесь помочь человеку в беде. Кажется, один из гробов, с которыми я работал, случайно упал кое-что важное. Вы не могли бы эту вещицу достать? Ну, того, из могилы. Естественно, я заплачу вам за труды. У меня есть золотой пиковый туз, который забыл один старый клиент. Ему он явно больше не нужен. Так что, если поможете, он станет вашим. Интересно? Да, интересно. Я надеюсь, что вы не откажетесь, что вы окажетесь не из брезгливых. Хвала Еву. Так вот, могила здесь. Отмечу ее на вашей карте. Когда вернетесь с моей собственностью, я уже подготовлю для вас награду. Это интересно, потому что за пиковый туз я готов поработать. Это явно хорошее вознаграждение. Лучше, чем там какие-нибудь 20 баксов или что мне еще могут предложить. Я так предполагаю, что тут я туз не найду. Он прям явно у него, у него. Хорошо, мы понагребли кучу квестов, поехали все это потихонечку разгребать. По майну сегодня сходили разочек. Пойдем немножечко посмотрим, что нам предлагают сайт-квесты. Пока что они вообще ни разу не разочаровали. Так, усадьба. Поехали. Лунная река. Давайте по очереди места, которые мы находим, мы будем их посещать. И вот сейчас таким образом доберемся и до туда. Кнопочку. Автосохранение. Ферма. Там есть враждебные люди? Ладно, я готов к враждебным животным, но враждебные люди, погодите. Офигеть, сколько у меня всего. Вот, я бы взял револьвер на самом деле. Хотя оружие... А, это змея. Змея нафиг. Оружейных патронов у меня больше всего, но я бы сходил с револьвером. У чувака для меня квест. Как хорошо, что вы проходили мимо. Надеюсь, вы сможете мне помочь. Тут такая ситуация. Кучка проклятых духами воров украла у меня кое-что. Лучше воскресное пальто, чтобы это... Вот что это было. Если вдруг где-нибудь найдете мою вещицу и вернете мне, я заплачу 100 долларов. Откуда у тебя 100 долларов, чувак? Согласиться, конечно. Спасибо тебе. Я уверен, что воры спрятали добычу там же, где и всегда. Ян Крик. Я туда идти боюсь, потому что непонятно, кто или что там будет ждать. Будь осторожней. 100 долларов! Интересно, почему вот этот чел ко мне враждебен? Это было крайне интересно. Змею нафиг. Так, то есть это враждебный персонаж. Я потратил на него столько патронов для того, чтобы понять, что оно неуязвимо для меня сейчас. Стрелы. Отлично. Оп. Вот мы, кстати, на full health и заехали. Что тут еще есть у вас интересненького? Полки. Жрачка. Клей я не буду есть, спасибо. Я знаю, что бывает с людьми, которые едят клей. Я вам это не рекомендую. Стрелы. Стрелы это всегда замечательно.
ящичек. Патроны. Блин, я переживал, что я пользуюсь винтовочными патронами, но они более эффективны. И на самом деле у меня их сейчас больше всего, так что может и не переживать по этому поводу. Зря, наверное, хавчик пропускаю. Надо его собирать. Куриное яйцо. Там было еще одно. Ну ладно, за ним я же возвращаться не буду. Собачка пусть ходит на здоровье. Так, ребят, какие у вас секреты? Давайте. Веревка есть, как минимум. Вот я заберу. Еще одна веревка. Не, веревки пропускать не вариант вообще. Потому что вещь очень полезная. Но настолько часто приходится... ко двору, так скажем. Опа! Через окошко. Свинь. Я приземлился на свинью и вырубил ее. Серьезно. Что с моими персонажами? Почему они превратились в скелетов? Так. Ну, я так понимаю, что тут мы вроде как немножко пошарились. И... вот старый дом. Обыскать курятник. А перья у нас... можно, правда, поглядеть кучками белых перьев. Я думал, что, возможно, это будет для того, чтобы стрелы делать. Но пока что... хотя, может, как-то и можно это все крафтить. Я просто пока еще не знаю. Понагребли сайд-квестов. Поехали их потихоньку выполнять. Потом не разгребемся. Яиц наворуем сейчас. И все будет нормально. Блин, люди, извините, я у вас тут, по-моему, месячную норму этих самых яиц стырил. Все, валим отсюда. Где мы находимся и нам сюда? Может, через здесь? Гнойный пруд. Звучит отвратительно. Ладно, поехали по квесту. Итак, по каменистой или болотистой местности ходить трудно, но это понятно, да, спасибо. Что у нас здесь? Кладбище. О, устроили бойню в месте, которое до вашего прихода было тихим и гостеприимным. Когда вы покинете локацию, тела же жертвы похоронят на местном кладбище. Если вы не успели забрать что-то ценное, вы можете разграбить могилы. Я этим и занимаюсь. Усадьба Вульфхаунд, это у нас... Минечку, правильный инструмент у нас, кстати... Достать припасы зверолова, это у нас на таймере. Возьму-ка я ружьецо. У меня на него и патронов нормально. Сейчас найдите Анейру, которая сможет снять это не то. Найдите предмет церемониальный рог. Это вот здесь. А это место очень сильно похоже. А вот почему мне не сказали, что это то место, где я уже нашумел. Ясно, понятно. Найти здесь церемониальный рог. Сначала нужно по рогам надавать местным чувакам, а потом... Это вот как я нашумел в прошлый раз, если что. Тут народу жевать не переживать вообще. О, дождь пошел. Хочу ли я вот так вот в упор идти? Думаешь, можно безнаказанно убить нашего босса? Ребята, взять их. Да, начинается вот эта фигня с переполненным инвентарем. Так, погоди, покажи снаряжение. Давай будешь это у нас яйценосцем. Вообще весь хавчик надо тебе перекинуть, насколько у тебя инвентаря хватит. Все, а потом нужно будет, возьмем у тебя и приготовим. Нормально. А золотые самородки... Блин, ну...
Стоп. Я что-то не понимаю в этой жизни. Самородки? Я же вроде как... Я не переплавил их в слитки, да? А, так, это я возьму, это возьму. Это мы с вами потом все... Фига себе. Просто берет и лежит тут. Костенел вот эта вот реликвия, или как ее. Так, тут больше ничего нет. То есть... О, их уже обожрали. Просто так будут брать и появляться... Это обычный человек. Она мне ничего не сделает. В этот колодец я спуститься не могу. Угу. Что-то я не так зашел. И все бросились с этой стороны стреляться с ними. Ну что у тебя? Помощь друга, отлично. Это моих там гасят, они убегают, да? Критический, отлично. Да, бандит, спасибо, чувак, помог. Не закапывать я никого не буду. Меня опять покалечили, как не знаю что. Нет! Нет, нет, нет! Я взял ее, закопал. Я молодец, блин. А на револьвере осталось... Очень мало патронов. Расплох. Это я заберу. Так, а вот, вот так. У-у-у, тут можно приготовить. И заодно можно бы неплохо покушать. Угу, я понял. Значит, где у нас? Разбираем просто для того, чтобы получить патроны. Патроны лишними никогда не будут. Так, дружище, инвентарь. Сейчас мы понаедимся. Картофельное пюре. Блин, да хорош, нет! Я не собирался этого делать! Я перестал гореть, хорошо. Мне пришлось много съесть, чтобы перестать гореть. Но ладно, годится. Можно было, наверное, прыгнуть сюда, в воду. Та, используйте бинты. Еще что придумали. То есть, по сути, коробка сигар. По сути, мы сюда просто так второй раз... Ну, не просто так, но по сторонним квестам можно ходить... Да, ладно.
Нет, не очень. Не, я понимаю, что мест много, и игра выкручивается как может, но то, что по сторонним квестам. Приходится дважды проходить по разным этим. Это не очень красиво, по-моему. Так. И где мне искать... О, тут новые вещи у нас заспаунились везде. Кстати, возможно, тогда заспаунится и... Да что ты? Заспаунятся новые артефакты. Хотя, ну, один мы уже нашли, этот реликвию. Это было новое, это как бы... Стул. Монету украсть, конечно, вы чё? Не одарил тебя достаточными богатствами? Чуваки на меня смотрят, думают, чё ты крадёшь? Что с тобой не так? Так, это у нас преступник. Это, конечно, хорошо, что он преступник. Наверное, для него могло бы быть. Но мне нужно здесь найти церемониальный рог. А вот где мне его искать здесь? Тут же вещей, блин, просто 100-500. По-моему, все обыскивал уже. Хотя, черт его, что я обыскивал, что не. Вот, например, пистолетные пули. Почему-то у меня очень мало пистолетных пуль, хотя я вроде как лутаю абсолютно. Может, я потому что я ими больше всего пользуюсь. Кто его знает? Просто лежат. Видите, ну, как бы я их нормально нахожу, но почему-то... Так, нет, не колода карт. Деньги, блин, можешь подобрать, пожалуйста? Оп, монетки. Хорошо. Итак, давайте я на паузе сейчас побегаю, поищу, что тут творится вообще. Я чуть протупил, у меня показатель. Я просто сейчас только что остановил запись и тут же ее продолжу, потому что... Что? Там какой-то торнадо, не торнадо, вот этот... предмет, то есть, видимо, когда я всех убил, он у меня проявился, я его просто сразу не заметил. Ну, это было не совсем очевидно. Оно висело, да, вот здесь оно, но вот как-то. Хорошо. Тогда, похоже, оба. Ай. С этим местом мы закончили. Предлагаю валить. Валить мы будем... Вот сюда, наверх. Хотя... Погодите, гнилой пруд. Остались только вонючие... Ну, пойдемте посмотрим, что там находится. Во-первых, оно недалеко, во-вторых, это новое место. Мне бы интересно было бы его пощупать. Заброшено. День 14. Так. Тут у нас, я так понимаю, миром ничего не обойдется. Преступник. Ну, нам прямо так и говорят, чуваки. Сейчас будет перестрелка. Нормально. Хорошо разошлись. Я буду аккуратней. Я не вижу смысла лишний раз. Ай! Больно вообще-то. До свидания. Так, можно покушать пока что, пока тут все догорает. Но он удачно спрятался, конечно, ничего не скажешь. Нож я зря взял, ножи, их же не разбирают, их просто выбрасывают. Да. Это же не пушка, которую можно разрядить.
Тут мы вроде всех грохнули. Камень печать. Создан много веков назад. Оставили на нем свои печати. В нем как будто что-то не хватает. Кажется, из чего-то. Ага. Это интересно. Тут пока что сейчас все подгорит. Вот этого чувачка поджарит шашлычок. У него был динамит. Он горел. Но с динамитом все в порядке. Окей. Че ржешь? Не смешно. Полечимся пока что за счет природных аптечек. Не, ну таким-то образом... Иди нафиг. Таким-то образом, в принципе, хилок хватает. Когда они просто буквально валяются. А, да? Это каменные врата, серьезно? Ты такой, не открывай! Так, лошадь с одним поджаренным мясом. Это ж не моя лошадь была, я надеюсь. Лошадь сгорела. Вот что она ржала, понятно. Где там эти двое... Нет, вон моя лошадь, хорошо. Где вот эти двое ребят, которых я изначально... Нет, погодите, а второй? Вот это ты? А, у тебя нож был. Ну тогда пофиг. А, F5. Пойдемте откроем, пощупаем. Так, тут у нас оружейные пули. Спасибо. Я как раз их и потратил. Блин. Стремно такие вещи открывать. Офигеть! Какой храм? Какого голубого лотоса вы офигели? Что я тут делаю? А это что? А это опасно? Человек просто улетел. Я заберу. Я не из того стрелял. Не надо было так. Бочка. А, не, это химическая бочка. Фу. Фу-фу-фу. Ну и все. Хотел поджечь, но не получилось. Заберу, заберу. Преступник. Так, динамит мне уже некуда девать. А, старые пушки. Угу. Я местечко, конечно, нашел. Тут что-то есть еще. Мне интересно, пожалуй, вот это вот красный кружочек вокруг трупа, что он значит. Фолиант on air. Избранное видение посвященных, том 5. Вот чем поделились со мной духи. Я видела богатый урожай и сломанное колесо телеги. Нужно обязательно починить все телеги к осени. Спасибо духам за то, что открыли мне это. Я очень благодарна. Это вам, типа, через такие знаки дают понять. Фолиант on air. Как добыть качественную руду? Детализированные диаграммы различных систем подпорок для туннеля также представлены наглядными иллюстрациями последних некачественно выстроенных опор. Ясно. Офигеть. Я забываю, что оно же в реальном времени все происходит. Тут книжечки почитать хочешь, а тебе стреляют в бок. А, так, врата вечности. Однако стоит учитывать ограничение сдвигом. Он предписывает силой самой послушницы, которая его применяет. Поэтому Анейра может перемещаться лишь на короткие расстояния. Это
мощное заклинание, если использовать его с фантазией, но ему не сравнится с силой астральных врат. В этих артефактах сила может храниться постоянно, что позволяет нам проходить через мир сновидений и в физической форме, а затем возвращаться в материальный мир в любом выбранном месте. Это умение помогает нам присматривать за невидящими людьми Запада. Избранные... Та-та-та-та-та. Какая-то чепуха. Эти книги какие-то древние, что к ним даже прикасаться нельзя. Разве что написать что-то после получения полного облачения. Я видел только свинью на двух ногах. Что это вообще может означать? Хорошо, хотя теперь могу научиться настоящей магии. Часть вторая. Записи храма в новых землях. Мы начали раскопку. Верховная была права. В глубине пещер скрыта великая сила. Даже посвященные это чувствуют. Мы все еще не знаем, как глубоко уходят пещеры, но мы нашли вырубленные стены, каменные полы, дверные проходы и очень-очень много. Нам пришлось построить лестницы, просто чтобы добраться до нижних уровней. Кем или чем построено это место? Для чего? Да я сам офигел сейчас от того, что здесь происходит. Ребят, давайте тогда на этом серию заканчивать. Продолжим исследовать это место в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, добра. Всем ладушек, всем покеда.